А религия и Бог – это одно и то же? Вот спрашивает человек. Такие вопросы задают чаще всего люди, которые очень скептически относятся к вере, к церкви, к религии и противопоставляют. Вот якобы есть Бог и есть вот религия, которая злоупотребляет, которая плохая, которая там народную кровь пьет, деньги выкачивает из людей. И вот якобы это плохо, противопоставляет. На самом деле это чистой воды манипуляции. И люди, которые вот поддаются на такого рода размышления, они фактически поддаются на манипуляции. Я сейчас просто приведу параллель с повседневностью для того, чтобы было понятно. Вот есть, например, у вас девушка, и вы ее любите. Ну, естественно, ваше желание с ней увидеться, поздороваться с ней пообщаться как-то, оказать ей знаки внимания, купить ей цветы, может быть, не знаю, коробку конфет, пригласить ее в кино. Ну, в общем, вы проявляете свою любовь как-то к ней, правда? Вот. Ну, а если сказать так, да вы знаете, это все выдумки, придумки продавцов цветов и продавцов конфет. Все это ерунда на постном масле. Не надо. Просто любите и все. Не надо, вот, не надо цветы, не надо ухаживать. И разговаривать вам с ней тоже не надо. Вы же любите ее. Ну, что еще надо? Хватит. Не работает же вот эта схема, правда же? Так вот и с Богом. Если человек Бога любит, то он пытается как-то это выразить словами, в молитве. У кого-то это получилось, может быть, более удачнее, кто-то одарен, даром словом обладает, он сказал красивую молитву, другие люди, им понравилось, они ее записали, они ее повторяют. Вот это уже какая-то религия началась. То есть уже какие-то молитвы, уже какие-то действия мы выполняем, вот. Какие-то богослужения мы совершаем. Это... Вот это все религиозное, это все выражение нашей внутренней любви к Богу, нашего вот отношения к Нему. Это внешнее проявление, внешние формы именно нашей любви. Вот и все. Когда есть внешние формы, а любви нет, это плохо, я согласен. Но когда это выражается через это... А как по-другому еще свою любовь вы будете выражать? Ну, можно, конечно, по-другому выразить. Но опять же, это будет религия. Мусульмане, пожалуйста, они выражают по-своему. У них тоже есть и молитва, и пост, и все это. Они соблюдают, все это выполняют. У них свое. Но это все равно какая-то религия. Даже те протестанты, которые, казалось бы, уже всю религию отвергли и сказали, нам всего это не надо, мы это все отвергаем, мы против злоупотребления. И у них тоже все равно своя религия, свои какие-то формы есть, какие-то свои молитвы, какие-то свои собрания, какие-то свои богослужения. Пусть примитивное, но оно все равно есть, они никуда от этого не делись. Потому что если ты Бога любишь, это все равно в какие-то формы выливается. А раз это выливается в форму, вот эти формы, это и есть как раз то, против чего люди воюют. Желание уничтожить просто веру, раскачать общество, двигает теми людьми, которые в наше сознание внедряют вот это противопоставление. Вот есть Бог, а есть религия. Это кто-то злонамеренно делает. Так что не поддавайтесь этим всем вещам.